Прошедший огонь Афганистана в Кандагаре, он был другом для многих людей. Его считали своим братья-афганцы, мамы ребят, не вернувшихся с той войны. Он был отличным руководителем для 300 сотрудников автотранспортного предприятия «Кандагар», большинство из которых воины-афганцы, ветераны вооруженных сил, принимавшие участие во всех локальных конфликтах. Для него Анапа была настоящей малой родиной, и ни одно городское мероприятие не обходилось без помощи Павла Саркисяна. А еще он был любящим мужем, заботливым отцом, трех дочерей и совсем молодым дедом. Светлая память о добром и мужественном человеке, кавалерии ордена Красной Звезды, медали за самоотверженность, за ратную доблесть, за выдающийся вклад в развитие Кубани третьей степени Павле Сергеевиче Саркисяне навсегда останется в сердцах анапчан.